Итак, я поддался соблазну, как и многие другие, и решил все-таки заказать нарочитый Харли Бентон. И сейчас мы будем открывать коробку. Посылка доехала за 8 дней из Германии. Доставка стоит 40 евро. Посылка весит 8 килограмм. Итак, что у нас здесь есть? Значит, я заказал бас-гитару и чехол. Вот такой у нас чехол. Чехол полужесткий. В рублях цена 1300. Это Толмановский бренд. Так, теперь переходим непосредственно распаковки самой бас-гитары. Посмотрим. Итак, что у нас здесь есть? Девочка. Вот такая бас-гитара. PJ-74. То есть это аналог Precision плюс джаз-басовский датчик Bridge. Вот упаковано у нас все. Выглядит прекрасно. Как она будет звучать, можно будет позже услышать. Вот такой вот гриф. Такое ощущение похоже, как поджженный клен сделал, но это, конечно, просто такое лаковое покрытие. Корпус ольха, гриф кленовый, накладка якобы черное дерево, но я не знаю, что это за дерево. Розвелловские местные датчики, латунные седла, колки. Такая вот штучка. В общем, вот такая бас-гитара. Цена, если я правильно помню, что-то около 150 евро.